Всем привет, с вами Ацелот, как дела? И это мое четвертое видео по игре Hearthstone. Давайте мы найдем нашего противника, чтобы сразу не мельтешить, сразу начать бой. И как всегда надрать его. Ну хотя, не знаю, может и нас надрут. Так, обычную, одна колода. Да, поехали. Ну, давай. В каждой колоде может быть две копии каждой карты, но только одна копия легендарной карты. Ну, это понятно. Обычных две, легендарные по одной штуке. Что-то хард, но что-то подвис немного. Вот, нашел игрока, я слышал звук. Вы тоже, наверное, слышали. Что-то он немного подлагивает мне. Муфрион. Друид. Ну, как сказать, Я ну. должен защитить природу. Да, Не дополнительная стоило карта. напрашиваться. Ну, тут опасно. Ну, как сказать. Вуду вызывать, он потом давайте, хотя я не знаю, ладно, оставим Вуду. Смотри, какие карты. Овца и Нага. Ай, ну давай поздороваемся. Здравствуй. Здравствуй. Вот шикарно, честно. Здравствуй. Спасибо. Так. Зря монетку разыграл. Можно было просто подождать. Вот. Ну, допустим, призывать Вуду. Хотя, нет, боевой клич Вуду не тратить. Мне как-то неохота. Да, я так и думал сейчас. Ну и ударить. Хороша. Так. Не буду я призывать никого из существ. Зачем? Пока покопим карты. Еще не выпьем. Классная карта. Так, овца мне не скоро. Мы можем с ним разменяться. Мы потратим много карт. Ну как потратим? Так, мы можем ударить, вызвать эльфийку и стрельнуть. Уничтожим. А потом мне кого призвать за 4 маны? Никого. Опасно. Давайте я рискну. Сделаю так. Не знаю, хорошо это или плохо, но... Но он точно пытается выровнять. Получается, сейчас его в овцу кину. Ибо нефиг. Нет. Я не промахнусь. Хотя я сейчас зачарую свою овцу. Там. Не помню. Не лезь на кулаки. Сейчас сила героя меня добьет. Ну, было бы лучше, если он бы разменялся с овцой, а потом ударил. Так. Можно призывать Сиджина.
Нет. Не буду. Если он сейчас просто со всеми этими разменяется. А, у них даже. Чего таращишься? Нужно овцу. Овцу надо. Так. Я повелитель магии. Сейчас посмотрим. Он все равно, наверное, размен пойдет. Два урона получит. А потом как мне... Размах. Коготь. Ну да. И потом 6 уронов по мне будет. Можно, конечно, сделать. За нас жата. Так. Ну так. Посмотрим, что получится. Но если сейчас он забафит этого огра, у меня овца еще, наверное. Но скажу то, что неплохо. Неплохо сыграно. Так, давай. О, как меня тоже напрягает. 6 урона по мне. Восемь. Овцы нет, овцы. Наконец-то моя овца. Я уже думал. Хотел увидеть Вунду. Хоть как-то. 4 карты у меня. 3 карты у него. Провокатор. Избавимся. Точно один сюда же. Да. Я готов. А я не готов. Угу. Ну, может разменяться провокатором своим и один раз стукнуть по мне. Силы героя. Либо звездный огонь. Проседай, друид. Что ты делаешь? На следующий ход он меня убивает. Ну давай посмотрим.
сыграно. Спасибо тебе. Конечно, можно сейчас просто за контри. Так. Интересно. Ну как можно поступить? Ну ладно. Надо сначала. Ну и так. Они даже не узнают, что их убили. Нагу нужно, нагу. Еще есть два хода. Беру две карты. Наги нету. Этот мой. Так. Так, учился, вот проиграем жестко. Провокация. Неплохо сыграно. Ну. Да почему? Что сказать можно? Проиграли мы что? Мы. Трепещи перед мощью Штормграда! Я повелитель магии! Неплохо сыграно. Ну все. Да, просто. Ну. Спасибо. Вот. А, вот такое у нас поражение. Ладно, что? Может, сейчас неплохая карта. Ну, понятно. Че? Еще одну игру. Мы должны выиграть. Арена — это отличный способ выиграть призы в небольшом состоянии. В небольшом состязании. Вау. Бывают такие ошибки. Ну давай. У нас Джайна. Джайна. И... Джайна. Не стоило нам. Ну, сейчас я проиграю, точно моя как будет. Магия сокрушит тебя. Бесполезно. Почему буду бесполезно? Она меня может убить. Неплохо так. Попробуем, что попробуем. Я мечтаю быть похожей на тебя. Тут сразу выгодно разменяться. Ваши заклинания стоят на одну ману меньше.
Потому что не надо. Потом оно огородит как-нибудь эту карту и все. Я этим займу. Сейчас может фаербол в него полететь. Замет с этим. Это я и мистер Кусака. Да, да, давай об него. Спасибо. Так, можно это разыграть? Как-то так. Попало. Странно, мог бы он убить фаерболом и три раза меня попасть. Не увидел, скорее всего, не увидел. Огр. Я готов. А я не готов. Угу. Я готов, а я не готов. Давай. Да, точно. Здравствуй. Здравствуй. Даже забыл не был. Моя магия сокрушит тебя. Так. Так. Можно вызвать огра? Моя магия сокрушит тебя. Окей. Чё таращишься? Бей! Нет, круши! Что-то у меня заклинаний так уж много. Существа на заклинания-то пришли. Так. Одной маны не хватает. Назовем так. Какой же я косяк. Сейчас так косичнул. Моя крушить. Крушить твоя, крушить. Это косяк жесткий. Нужно было сначала ударить. За нас жата. Ну надо же. Это была ошибка. Спасибо. Ай, я бы мог сначала бы ударить, потом фаерболом добил. Ну что, начнем? Вот этого сразу надо. Я повелитель магии. Один выстрел, один труп. Посмотрим, ну он сейчас, конечно, фаербол. А, или сейчас чародейские стрелы. А. Ну, либо так.
крокодил. Угу. Так. Ну что, начнем? Так. Еще один раз. Спасибо. Начинаю превращение в пар. Что-то как-то мы медленно продвигаемся. 8-5. Если он сейчас не тронет. Ага. Это вот ты. Это он дыряет. Что-то зря так всю карту выкинул. Мне кажется, так. Да, жестко я проиграю сейчас так. Ой, провокатор Сиджин. Просто сейчас я помолчал, думал. Просто вообще. Сейчас он, ну, умрет просто. Ему сейчас вот так надо. Ну вот глупость вообще. Сейчас. Такую глупость он совершил. Просто. Ну все, чё? ГГ. Неплохо сыграно. Good game. А если у него сейчас на 8 хп? Если у него сейчас, не дай бог, на 8 хп, это будет жестко. Нет. Да. Это еле как. Просто вырвали, можно сказать, победу. Нокдаун.
На этом я, наверное, с вами буду прощаться. Спасибо, что смотрели. С вами был Ацелот, как дела? Подписывайтесь на мой канал, комментируйте видео, ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи и пока!